Всем добрый день! Сегодня я буду готовить картофель вот с этой приправой. Это приправа для картофеля торговой марки Перчис. Изготовлена эта приправа в России, в городе Екатеринбурге. Приправы здесь немного, но она рассчитана на 1 килограмм блюда без глутамата. Здесь 15 грамм, стоит этот пакетик 64 тенге. Итак, давайте посмотрим, что из себя представляет эта приправа. Очень ароматная. Насчет того, остра она или нет, я не знаю. Это будет видно уже во время приготовления блюд. Состав: соль, чеснок, кориандр, лук, паприка, укроп, перец черный, корица, лавровый лист, розмарин, семя укропа. Пахнет корицей и такой букет пряностей. Что именно преобладает, не могу сказать, но корицей пахнет. Так, посмотрим. Я буду запекать с этой приправой картофель. Картофель я почистила, вымыла и обсушила. Здесь у меня 700 грамм, поэтому полностью всю приправу я использовать не буду. Картофель я разрезала вдоль на 6 частей. У меня получились вот такие ломтики. Насыплю приправу. И теперь надо картофель хорошо перемешать с этой приправой. Теперь я его обильно полью подсолнечным маслом. Если вы сначала польете маслом, а потом посыпите приправой, то приправа не впитается в клубни. Поэтому нужно делать именно в такой последовательности. Сначала обсыпаем приправой и только затем наливаем подсолнечное масло. И снова все перемешиваем. В таком виде оставьте картофель на 10-15 минут, а пока включайте духовку и разогревайте ее до 200 градусов. Противень обильно смажьте маслом и выложите картофель. Отправьте противень с картошкой в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте примерно 40 минут. Но это будет зависеть от мощности вашей духовки. Картофель должен подрумяниться и стать мягким. Итак, картофель я запекала 50 минут. Он хорошо пропекся. Внутри мягкий, а снаружи покрыт вот такой вот легкой румяной корочкой. Аромат очень приятный, но мне кажется, больше всего здесь преобладает розмарин. Потому что у розмарина очень сильный аромат, и поэтому он как бы доминирует над остальными пряностями. Соли здесь в меру, я не досаливала, и картошка получилась не пересоленная, а все в меру. Вот, посмотрите, картофель хорошо пропекся, он мягкий и румяный. Вот такая ароматная и мягкая картошечка у меня получилась с приправой для картофеля Перчис. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в гости. Будет еще много интересного. До новых встреч!